Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. Can you feel the joy when Santa Claus is coming to town? You. Your list to hit up for good. Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. Can you feel the joy of Santa Claus coming to town? У нас сейчас 8 утра, я уже в работе, уже волосы грязные, уже в пыли. Короче, я все запакетизировала, ребята сегодня приезжают доделывать. А, все в порядке, болгарка не сгорела, там какая-то небольшая была поломка, отвалилось какое-то внутреннее крепление, держатель диска. Вот это вот режущего. В общем, я в этом не понимаю. Человек сказал, что, в общем-то, поломка несерьезная, так что все нормально. Вот, я вам показать, что у меня тут все опять в пакетах. Вот. И в комнате я все убрала. Матрас, тумба, этот комод, лестница. И шкаф. Все остальное убрано. Сегодня последний день, и комната будет полностью готова. Вот, кстати, достала люстру, спрошу, может быть, они поменяют сразу люстру. Ну, то есть, когда сделают верхний свет, верхний провод проложат, то, может быть, они сразу наденут это все дело, потому что потом их, когда потом вызывать, пусть сразу. В общем, спрошу, если наденут, то замечательно. Не наденут, придется еще раз приезжать уже после того, как все покрасится и обои сделаются. Вот. Чтоб все сегодня получилось и ничего не сломалось. Вот, в общем, такие пироги. И тут у меня тоже все. Шкафы в пакетах. Тут я все убрала. И здесь тоже пакет. И весь опускается, чтобы на кухню не летело. Но здесь остался маленький кусочек. Меньше полутора метров. Так что здесь не должно быть проблем. Ну и вот там, где разводка. Вот там вот наверху. Надо будет все это дело подсоединить и закрыть крышечкой. Вот. Я в предвкушении. Ну и хорошо бы, если бы сегодня все идеально закончилось. Без происшествий. И, в общем-то, я управилась за час. Ну, то есть я уже вот встала в 7 и быстренько начала все запаковывать. И сейчас у нас 8, уже все готово. Искала скотч, не могла скотч найти. Потом нашла, вспомнила, куда я его положила. Вот, так что, в общем, надеюсь, что они все закончат, и можно будет снять пакеты и уже полноценно все помыть, протереть. Все это надоело мне, эти пакеты уже. Вот, в общем, надо мне кофейку попить, потому что я какая-то вообще
Все, в общем, буду держать вас в курсе. Скрестите пальчики, чтобы ничего сегодня не произошло, никакого форс-мажора. Так, друзья, вот так вот у меня сейчас лампа. Так, как вам показать? Короче говоря, все здесь, все доделано, можно замазать. Единственное, он забыл срезать старый выключатель. Ну, попробуем как-то сами это сделать. Вот, значит, надо будет верхний свет отрубать. В общем, ладно, это сделаем. Выключатель. Хоть здесь и две кнопки, но почему? Значит, я думала так. У меня люстра, 5 ламп. Я хотела, чтобы зажигалось одной кнопкой две лампы и второй кнопкой три лампы. Вот. И как бы под это все и делалось. То есть мы купили трехжильный провод, прокладывали вот это все из расчета и двухклавишный переключатель. Вот этот я купила. Вот. Все это для того, чтобы зажигалось определенное количество лампочек. Но на деле оказалось, что в самой люстре, я потом покажу вам, внутри нее идет двухжильный провод. Это значит, что нельзя сделать, чтобы зажигалось разное количество ламп. То есть раз две жилы, значит, будет включаться сразу вся лампа. Вот, я говорю, ну ладно, делай тогда все три жилы на один выключатель, пусть он один включает сразу всю лампу, пусть будет ярко. Если что, просто будем ну, вставлять там не 5 ламп, а 3, например. Ну, к примеру. Вот, и... Поэтому решили оставить. Потом я говорю, ну, может быть, в будущем там люстра поменяется и будет трехжильная, там уже потом видно будет. Вот, так что, в общем, вот эти все ходы можно замазывать. Вот, про потолок я переживала, но он сказал, что все нормально, так делают. В общем, неглубокая, около сантиметра, наверное, дырка в потолке. Потолок резался легче, чем стены. Вот, не знаю почему, хотя это все одна сплошная гадость. Вот я вам показывала, там внутри чего только нету. Вот, так что тут он не стал делать разводку, тут просто идет два разных провода. То есть как бы здесь даже, ну, нечего разводить, потому что на розетке идет двухжильный, а наверх идет трехжильный, хоть он и подключен весь на одну лампу. Вот. Я ему говорю, раз ты люстру не смог повесить, не можешь, то сделай мне хотя бы лампу, чтобы она висела, чтобы можно было свет включать. Вот. И вот он мне сделал, получается, свет все равно туда. А там был крюк из потолка, он его отрезал. Вот. И почему лампу не стал делать? Потому что оказалось, что лампа должна крепиться к потолку анкерными болтами. Вот. В общем, так что у нас все это отложилось дело пока. На потом как-нибудь. Вот. Поэтому мне нужно сейчас будет. Ну, не прямо сейчас, я вот вам план действий. Значит, пылесосить стены, потому что очень много на них пыли осело. Вот, попылесосить стены, потом замазать вот эти вот штукатуркой дырки. Потом только после этого, ну, буду срезать, наверное, вот эти вот, потому что они выпирают. Некоторые там на миллиметр на два, а есть вот там под потолком, где у меня аж на 5 миллиметров выходит эта штука. В общем, везде, где торчат такие штукенцы от старых полок, их надо будет срезать
канцелярским ножом прям под ровень со стеной. И то же самое там на потолке, где крепился карниз. Потому что, ну, будущий карниз я планирую к стене приделывать, не хочу к потолку. Вот. И уже после всего этого, после того, как я замажу вот эти все заштукатурю, потом уже грунтовать начинать. Вот. И после грунтования надо будет поклевать и снова грунтовать. Вот. Поэтому дел тут много. Вот. И потом только, когда все выровняется, все будет беленькое, гладенькое и загрунтованное, потом можно будет клеить обои. Я надеюсь, что это к лету случится. Вот. Но поскольку кровать-то мне уже привезли, в общем, сейчас я повернусь к вам, хочу кое-что по мелочи рассказать. Вот, друзья, товарищи, у нас прохладненько, так что не обращайте внимания, я в теплой этой самой толстовке фалисовой. Что значит у нас обнаружилось? Поскольку все провода идут под полом, в общем, мы решили даже, помните, я вам говорила про ноль, там, про потерю, про то, что верхний провод мы не можем отрезать, потому что на него запитана одна розетка. Все, все выяснили. Значит, верхний, получается, весь верхний свет, когда все поменяется, весь верхний свет будет на новом проводе. И тот, который старый, который проходит по полу следующего этажа, наши провода, они полностью отрубятся и будут обесточены. И никакой опасности не будут создавать. Почему можно отрубить? Потому что мы вот вчера, ребятки, приезжали. Я вам, по-моему, показывала, не показывала. В общем, они все комнату доделали, коридор доделали. И мы как раз выяснили, почему, ну, можем ли мы отрубить верхний провод старый. И вот мы выяснили, что та розетка, которая запитана на верхний свет, якобы у нее свой личный тумблер, или как называется, ну, короче, переключатель в щитке, свой личный. То есть, когда отрубаешь верхний свет, эта розетка все равно продолжает работать, а значит, у нее свой провод. Вот. Все, мы выяснили, что верхний свет полностью можно делать, полностью переделывать все провода и отрубать, чтобы меня это не беспокоило, чтобы не было каких-то эксцессов, типа там напряжение какое-то в этом проводе, и вдруг там что-то заискрится и загорится пол у соседей сверху. Короче, чтобы не было такого, чтобы не платить за чужой ремонт, мы выяснили, что мы можем удачно вот так вот все отрезать. Вот. Дальше. Поскольку у нас полы завязаны на отопление. Отопление завязано на погодные условия. Соответственно, раньше, чем отключат отопление, устанавливать батареи нет смысла, и их просто никто не установит. Вот, поэтому до Нового года мне не удалось купить эти самые батареи, как они называются. Вот, но ничего страшного. Цены пока вроде бы не выросли, так что посмотрим. Надо посчитать. Я прикинула, что лучше, конечно, брать сразу на всю квартиру, так и дешевле будет, и ну, сразу все будет уже готово, вот только устанавливай. Все уже как бы будет куплено. Вот. Так что для того, чтобы менять батареи, я еще хочу с батарей соскрябать вот эту старую розовую краску. Опять же, то есть нужно купить специальное средство, и которое размягчит ее, и потом можно просто такой лопаточкой как бы сдирать. Это нужно делать, когда батареи холодные. Соответственно, нужно ждать весны, прям такой вот
когда отопление отключают. Уже тогда после этого можно будет и скрябать батареи, эти трубы, и менять батареи. Вот, раньше никак не получится, так что придется пережидать. И, собственно, я к тому, что и обои, наверное, не получится поклеить до того, как будут устанавливаться рефрижераторы эти. Или как они называются, не рефрижераторы. Короче, сейчас попробую показать вот здесь вот. Видите, старая батарея крепилась на вот такую металлическая планка. Она приварена прям, не приварена, как какими-то специальными штуками, прям в стену. Ее не оторвать, она туда прям уходит. Вот, я думаю, что тот, кто будет менять, он будет это срезать, вот эти направляющие, и вешать уже, по-нормальному. Вот. И поскольку будет срезаться, соответственно, нужно будет в этом месте, брать вот эту краску, как-то зашпаклевать там на этих местах, прогрунтовывать. И потом уже после установки батареи клеить обои. Или хотя бы, может быть, я не знаю, как это будет выглядеть. Понимаете, как она, насколько она будет отходить от стены. Будет ли она от стены, она должна, в принципе, отходить. Вот, в общем, такие пироги с батареями. Поэтому, пока не поменены батареи, мы не можем менять пол. Соответственно, сейчас тоже нет смысла менять пол, потому что надо сначала батареи менять. Вот, и я вот думаю, что кровать у меня есть, матрас у меня есть. Вот, как-то пора бы уже, а то скоро ровно год будет, как я сплю на полу, вот. Но пора бы уже хотя бы, если не полностью кровать собрать, то хотя бы основание собрать, потому что спать на полу все-таки уже не круто. Вот. Не знаю пока, в какое время, когда это получится сделать или и получится ли, но хотелось бы вот побыстрее. Вот, так что такие новости. У меня новая стрижка, но сейчас она не особо, кстати, заметна. Она немножко под шапкой улеглась. Вот. Как вам? Она немного не так смотрится, как в салоне, только что смотрелась. Потому что она примялась шапкой. Но мне нравится. Получилось лучше, чем я ожидала. И я еще сделала кератин. Не кератиновое выпрямление, а именно питательный кератин для восстановления структуры волоса. Вот, так что такие пироги. Много вам наговорил. Такой посленовогодний влог получится. Вот, еще сегодня забирала заказик с Литуай. Почему-то он задержался на целую неделю. Вот, хотя, как бы, все в достатке, все в наличии было. И одна позиция у меня была отмена. Причем, когда я заказывала, она была в наличии, причем в нескольких количествах. И когда я заказывала и оплатила ее, потом, когда она задержалась, мне пришло сообщение, что якобы этой позиции нету, ее сняли. И мне пришел тут же возврат. Вот, как-то странно. Вот, еще заехала в Фамилию, сейчас вам покажу, там кое-что прикупила, так, по мелочи, не прям вот деньги на ветер бросать, чуть-чуть вот чисто там самое необходимое и необычное, вот. Так-то у меня все есть, я сейчас стараюсь вообще практически ничего не покупать, потому что, все у меня есть, надо расходовать, вот, и... Единственное, что, по ремонту нужно будет еще. Еще надо будет грунтовку докупать и вот эти батареи. Это вот пока из такого, то, что вот прям
Вот я знаю, что нужно. Остальное у меня все куплено, все, только делай. Вот. И что еще хотела сказать? Вот, сейчас вам покажу покупочки. И, наверное, на этом буду влог заканчивать. Будут дальше обычные влоги, и будет еще разговорный влог, который не свойственен моему каналу, будет типа как подведение итогов прошлого года, потому что он для меня такой переломный стал. Поэтому хочется поделиться с вами. Вот. Ну, как-то вот так вот. Как-то вот так вот. Так что вливаемся с новыми силами, с новой энергией, с новым настроением в Новый год и в новые ролики. Вот. Не прощаюсь, потому что сейчас покажу вам покупки и потом уже до следующего видео. Ну что, друзья, всем привет! Давно я в кадре, да, не появлялась. Сейчас все поставила себе свет, этот самый телефон, все подключила, штативы. И вот включила камеру, и, блин, думаю, хотела микрофон новый подключить, но еще не сняла обзорчик. Думаю, может быть, ввести новую рубрику. Вообще, отдельное будет видео на этот счет, потом вам все расскажу. Итак, покупочки из фамилии. У меня здесь вот такой пакетик. И давайте вам покажу, что я набрала. Здесь кое-что в подарок я показывать не буду. А то она может смотреть и раньше времени увидит. Так, что взяла себе? Я самая. Цена, как по мне, очень бюджетная. Получается, здесь диски 90 плюс 90. То есть 180 штук за 109 рублей. Ну, вот видите, да? 109 вверх ногами. Вот. Мне показалось, что очень бюджетная цена. И тут вот не видно. Они без прошитого, а нет, с прошитым краем, как будто бы. И они рифленые, как картофель фри, о, как чипсы. Вот, в общем, один взяла, попробовать. Так, в принципе, у меня запасик есть. Так, увидела мицеллярку. У меня как раз 700 миллилитров мои подходят к концу. Вот такая вот стоила всего 129 рублей. Это у нас Beauty Skin. Снимает водостойки для всех типов кожи, гипоаллергенная формула, 500 миллилитров. Ну, он один был, и 129 рублей за 500 миллилитров – хорошая цена. Так, что еще взяла? Еще взяла BB-крем, попробовать корейский. То, что у меня в основном белорусская, либо польская косметика. А тут увидела корейский, он тоже был один. Одна штука лежала на витрине. Значит, это Farmstay с зеленым чаем. BB-крем 40 грамм, разглаживающий морщинки с семенами зеленого чая. Так, тональный, матирующий, скрывающий недостатки, разглаживающий. Экстракт зеленого чая оздоравливает кожу, сохраняет ее мягкой, увлажненной, предотвращает появление высыпаний. Я вот, знаете, поняла, что тональный крем мне как бы тяжеловат даже на пасмурную погоду, и у меня очень много времени уходит на то, чтобы нанести макияж именно с тональным кремом. А BB-кремы мне больше нравятся, потому что они воздушные, увлажняющие, и в то же время они дают такую выравнивающее покрытие, естественное, какое-то вот натуральное, не похожее на штукатурку. Вот, в общем, вот такой вот у меня получается BB-кремик. Стоил он 550 рублей. Так, также уже возле кассы
увидела вот такие вот полосочки для лица. Полосочки или, ну, в общем, что-то для нашей женских штучек. Здесь два тюбика, получается, стоило 400 рублей. Приятный аромат. И эту компанию я знаю, вид, она, в принципе, хорошо себя зарекомендовала. Тоже здесь был он единственный, я его увидела уже, когда стояла в очереди на кассу. У меня был раньше вид, и у меня только положительное от него ощущение. Так, конечно же, я прихватила пару масочек. Там продают их упакованными по несколько штук. Значит, здесь три штуки. Тканевая крем-маска Вилента. У меня такая была, мне понравилась она. 150 рублей. Три вот такие штучки. И там очень много. То есть она кремовая, хоть и на тканевой основе. Там очень много этого самого крема. И можно потом еще один или два раза сделать маску. Вот. Еще также тоже уже возле кассы. Не знаю, мне понравилась картинка. Я выбрала вот такую маску. Тоже их здесь получается 4 штуки, стоило 200 рублей. Значит, тканевая маска для лица с маслом ши. Мне понравилась такая лаконичная, белая, такая вот девственная картинка. Вот, так что все-таки соблазнилась я на маску. Еще из масок уже на кассе, не знаю, что-то вот было настроение такое, я давно себе ничего не покупала. Омолаживающая маска для лица с авокадо. Так, сейчас. Пептиды сои и авокадо. Органическая авокадо. Вот такая вот. Ну и, как вы видите, стоила она 89 рублей. Это была скидка, так она что-то в два раза больше. На нее была скидка. Так, из косметики еще взяла тоник для лица с гидролатами растений. А здесь у нас 250 миллилитров, стоило 200 рублей. А вот такой вот. Я уже с этой фирмой знакома. Кью. У меня крем для рук такой, мне очень понравился. Индекс натуральности называется. Вот. А у меня и крем для рук, и, по-моему, мицеллярка такая была. В общем, хорошая фирма, натурально. И вот здесь у нас, получается, содержится вода, гидролат ромашки, гидролат календулы, розы, липы, березы, глюкозный сироп и сорбитол. Больше ничего нет. Так что очень натуральный. Я, конечно, не нюхала, он тут запакованный. Тоже он был, по-моему, единственный. Так, что еще у меня тут? И осталось у меня съедобные всякие штуки. Вот такие конфетки я как-то брала. И в подарок, и себе. Здесь я увидела конфета. Там были ириски, а здесь миндаль в белой шоколадной глазури с черникой и лавандой. Мне показалось интересное сочетание, захотелось попробовать. Здесь 65 грамм, стоит 159 рублей. Глорис, я уже пробовала эту фирму, говорю, очень даже ничего делают. Так, из лимиток. Вот такой вот кетчуп увидела. У нас в ближайших магазинах я не встречала. То есть у нас в основном классический, либо для шашлыка, либо еще можно встретить для курицы. Вот такой вижу впервые укроп петрушка. Стало интересно, и он стоил 89 рублей. Здесь 320 грамм. Так, еще из еды. Взяла вот такую кашу попробовать.
Биомио 40 грамм 25 рублей. Овсяная с черникой. Вообще такое первый раз вижу. Малин Парас, производитель. То есть как бы заливаешь кипятком и готово. Ну, именно вот эту фирму вообще у нас не встречала в обычных магазинах. Взяла попробовать. И последнее съедобное приобретение. У меня вот такой наборчик. Называется «Смесь орехов и бобов арабская», в кавычках «Дубай». Такая вот. Мне она как-то больше понравилась. Не знаю, визуально красивые орешки, какие-то бобы, что-то в специях. Здесь получается... Сейчас. Арахис обжаренный, ядра миндаля, фисташки, фундука обжаренные с солью, миндаль со вкусом барбекю, так, миндаль со вкусом шашлык, так, что тут еще? Конечно, здесь есть антислеживатель, антиокислитель, краситель, какие-то усилители вкуса, ну, один раз можно. Нут со вкусом чили. Так, сушеные томаты, кукуруза жареная, соленая, нут в соленой корочке. Так, что тут еще? Арахис жареный в скорлупе, орехи кешью обжаренные с солью, семена тыквы соленые. Арахис в хрустящей корочке со вкусом чили. Так. Лук сушеный. Ну и тут всякое тоже краситель, усилитель вкуса. Ну, а здесь получается у нас... Вес что-то я не помню сколько. По-моему, 150 грамм было где-то написано. Вес не вижу, но, по-моему, 150 грамм, и стоил он 210 рублей. Вот, это была моя последняя покупочка из фамилии. Еще также я заглянула в Литуаль, я там забирала заказ, заказывала кое-что себе и кое-что в подарок. Вот. И сейчас покажу, что забрала. Часть подарка я, ой, часть заказа я забрала несколькими днями ранее, потому что почему-то его разделили пополам. Вот. Вот такой вот кремик взяла. Тоже мне нравится эта фирма. У меня полоски от этой фирмы. И, в общем-то, я довольна. Вот. Еще также полоски для бикини, но их можно, в принципе, использовать и на другие части, более чувствительные. Так что, как бы, универсальная вещь. И из этой же серии еще у меня был вот такой вот пробничек для путешествий. Я взяла на пробу, потому что по цене он выходит примерно так же, как вот тюбик, который я до этого показала. Тоже, но это я... Для тела, да, указаны. Я думаю, что можно использовать на разные части. Ну и, конечно, взяла несколько масочек. Маски для волос и немножко для лица. Вот такие вот от Ботаники. Для волос, для окрашенных. Так, укрепляющая и питательная. Они, ну, жидкие, то есть это, может быть, даже хватит на 2 или 3 раза. Вот, и еще 3 масочки для лица, они тоже не на тканевой основе, ну, знаете, я не очень что-то тканевые, надо их заканчивать уже с тканевыми масками, в общем, тоже от Ботаники, значит, увлажнение с огурцом,
омоложение с петрушкой и крокусом и регенерация с алоэ и ромашкой. Вот, в общем, вот такие вот покупочки. Еще у меня там было в заказе освежающая вода. Ну, сейчас я уже не покажу вам, не знаю, где она лежит. А я уже как бы раскинула по подарочным пакетам. Вот, и, по-моему, все. Больше ничего у меня в заказе там. А, еще был подарок, такой наборчик детский. Но это в подарок, поэтому не буду показывать. Вот. В общем-то, вот такие покупочки. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Немножко у меня сейчас реже выходит видео. Там на то есть свои основания и обстоятельства. Постараюсь как-то почаще. Но сейчас нет такой возможности. Дай бог, раз в неделю будет видео выходить. Ну, вот пока вот так вот. Все, конечно, расскажу, со всеми поделюсь. У меня море изменений в жизни. И, конечно, поделюсь. Мне хочется поделиться просто всему свое время. Вот, так что спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели этот влог. Жду ваши комментарии. Пишите, у кого что, какое настроение. И увидимся с вами в следующих видео. Всех целую, пока-пока!